здоровье, увеличились надои, поголовье скота. И кое-кто из этого скота полезли к нам в шоу-бизнес. Москва, вы поняли, что он сейчас пошутил? Я так к тому, что не всегда понять, когда он шутит. Я вот тоже не всегда понимаю. А я сейчас и не шутил. Шутка за шуткой, шутка за шуткой. Ну да вы смотрите на него. Прямо какая-то Елена Воробей у меня на плече поселилась. Ой, кто там на следующий-то на баррикады, а? Ну, это так себе. Люмпины, Шариковы нашего времени. Шарико-подшипниковы. Нормальная бруталовка, не то что ты, интилипо. Ну, привет, самцы. Ну что, меньшевик-затейник, возьмешь Петроград? Вы, может, не заметили, но мы с бабой вообще-то. Я не заметила. Я так думала, после конкурса швабру не убрали, у нас там швабра участвовала. Это кто швабра? Я-то швабра? Я солистка. Гнесинку закончила даже. Так вот лесенку. Я в твои годы, знаешь, на сцене какие колбасы выделывала без всякой лесенки? Руфа, не мувитон. Не шелупонь. Говори по-людски. А вы пойте по-человечьи. Жили-были два пацанчика, жили-были нету жили. Из самых ранних годочков они вот так вот дружили. Но однажды судьба злодеюшка приготовила им испытанице. И в два молодых сердечечка одна девчоночка запала. И сказал тогда один пацанчик: я уйду, а ты оставайся, я не буду тебе мешать, а ты счастлив быть постарайся. Сказал тогда второй пацанчик: нет, это я уйду, а ты оставайся, это я не буду вам мешать, а ты быть счастлив с ней постарайся. Но сказал тогда первый пацанчик: это я первый сказал, чтоб ты остался, это я уйду, а ты будь счастлив, понял? Но ответил второй пацанчик: а ты за первый, второй не цепляйся, и поэтому я сейчас ухожу, а ты быть счастлив с ней постарайся. Подождите, подождите, я запуталась в вас, пацанчики. Вы решайте быстрее, кто уходит там на, а то мне тоже уже валить домой пора. Вообще, казак, куда лезешь в разговор реальных пацанчиков? Ты вообще стой и помалкивай, пока тебя здесь и выбирают. Да это что ж такое, товарищи? Хватит так разговаривать с девушкой. Эй, вы, хулиганы миланские! Ну хватит так разговаривать с девушкой. Это кто там что разговаривает? Чё там за сладенький пряник? Иди сюда, мармеладный, мы тебе плюшевого мишку подарим. Ну ладно, еще сладенький пряник, это еще терпимо. Ну а кто из нас здесь мармеладный? Это мы сейчас разберемся. Ну чё? О, это же бис! Ой, я тебя так обожаю, дай мне кто? Да уйди ты! Вот ты, который поменьше. Пойдем поговорим, как пацанчик с пацанчиком. Я научу тебя, как разговаривать с девушками. А потом на бис научу еще раз. По делам хулиганам досталось. Буду знать, как вести себя с девушкой. А то, что нос немного припухший, это так, аллергия на телепортацию.